перец хабанера оранж девил, оранжевый дьявол. Это такие вот миниатюрные кустики. Он может кустики достигать до 60 сантиметров, если вы будете выращивать его в теплице. Отличительная черта этого перца, именно этого хабанера, от остальных размером листьев. Вот так выглядит лист простого хабанера. И вот так выглядит листья оранжевого дьявола. Под видом оранжевого дьявола очень много продают обычного хабанера. Вот видите, какой, какие листья у обычного хабанера. У этого более зеленые они, узкие и продолговатые. Ну, по сравнению тут сразу видно разницу между обычным хабанером и оранжевым дьяволом. Это высокоурожайный сорт. Таких вот перчиков, если посмотреть. Вот он, вот они оранжевые там висят. Вот. Сейчас я вам покажу. Такие вот перчики. Вот они у меня здесь растут. Вот их несколько штук, сейчас я покажу. В ряд. Вот, высота здесь не превышает у них, ну, наверное, сантиметров 20. Так они могут до 60 сантиметров. Ну, если, к примеру, вы будете хорошо кормить, они могут и 80 сантиметров вырасти. Ну, конечно, кормить сильно не надо. Это высокоурожайный сорт. Вот, посмотрите. Вот, он завязывается в сентябрь, а он вяжется вовсю. Смотрите, сколько перчиков. Он не высокорослый. Это очень хороший для подоконника выращивания на окне. Очень большое количество перцев завязывается вовсю. Вот, посмотрите, видите? Он вообще махонький, махоньких размеров. Вот, практически плоды некоторые лежат прямо на земле. Вот, видите, вот плод. Это не высокорослый сорт. Очень высокоурожайный. Острота в него от 200 до 300 тысяч сковелей. Вот видите, такие красавцы. Вкус у него, вкус хабанера. Вот такие красавцы, оранжевые перчики. Они не очень крупные. Это многолетнее растение. Так что подойдет для выращивания как в открытом грунте, так и дома на подоконнике. Оно миниатюрное, много места не займет. И очень высокоурожайные. Плоды не очень крупные. Но все равно. И острота хорошая. Так что советую всем для выращивания у себя на подоконнике.